сейчас начали мусолить эту тему насчет российского беспредела, то, что там насилуют, короче, людей в Саратове, то есть, ну, короче, там какие-то прогоны появляются якобы от воров. Я просто хочу сказать, что это пиздеж, потому что под этими прогонами нет имен и не знаешь, кому обращаться. Безымянные прогоны. И, во-первых, это все настолько пиздеж, это надо отменять законы. Изменять, переделывать наши арестантские и воровские законы. Как если кто-то хочет оправдать какого-то обиженного, пусть с ним прилюдно, наглядно, что увидели другие, чифернет, вместе получится, тогда будет видно, что человек на самом деле беспокоиться за обиженного, короче, и зная, что несправедливо, он всей душой хочет помочь. А это ля-ля, гу-гу, прогоны, это все пиздеж, потому что коснется никто ни к чему. Я захочу кого-то обелить, но я скажу, а потом другие скажут, да пошел он. Пусть идет петухам, и он будет прав, потому что законы никто не менял. И если кто-то хочет кого-то пожалеть и действительно искренне жалко, пусть им получится, пусть чифернет вместе. И все будут видеть, что человеку жалко, он это не признает. Он так поступает. Ну, поступает, получится вместе с чиферит. А ля-ля, гу-гу, это базары, это в пользу бедных, потому что коснется, все пойдут петушать. Поэтому я хочу, чтобы люди серьезнее к этому относились. Я знаю этих беспредельщиков убивать, это одно дело, а кого-то жалеть и кого-то оправдывать и вытаскивать из петушатни, это совершенно другое. Поэтому я любого этого козла, короче, который это сделал, я бы лично убил бы, не задумываясь, любого этого хозбандита и разработчика какого, я бы личного зарезал. Ну, оправдывать петушиные рамсы, это оперировать законы воровские и традиции арестантские, это невозможно. Возьми, жалко тебе, возьми чиферни с человеком, скажи, мне похуй, что за него говорят, я вот чиферю, я с ним вместе полощусь, мне похуй. И тогда это будет поступок, а остальное это словесная дресня, когда на прогоны какие-то безымянные, короче, не знаешь, кому обращаться, кого спрашивать, это все пиздеж. Никто не может закон отменить, они действуют до сих пор. И чтобы их отменить, должны все согласие дать, все до одного вора. Никого не должно остаться, чтобы кто-то сказал, я согласия не давал, и идите в петушатник. Поэтому и жалко или не жалко тут не должно быть. Есть законы, их никто не отменял. Вот как-то так. По-другому не будет.